В зеркале живет отражалка, под паласом жадные муравьи. Если кинуть человека палкой, она может испачкаться в крови. Прикушал вырастайки, добрый стал, уперся в потолок. Плечи взяли и порвали майку, слишком крупный был кусок. Теперь все будут пальцем показывать, кричать: «Фу, великан, великанище, каланча!» И устанешь ведь всем доказывать, что это получилось случайно. Если кто и виноват, то шляпочник, и его друг почти не сумасшедший кролик. Ну что ты, что-то воображаемое сник? Съел штуку, от которой растут? Жди, Колик. Мы пришли, а вы кто? Мы Кольки. Теперь мы будем приходить к тебе, как Машке, скажем, Леней. Ебать, откуда же вас столько? А где вы будете жить? Да прям тут, в сенях. Больше не буду это употреблять, подумала Алиса из Карловской вылази головы, которую умудрилась потерять, когда увлеклась совместной с борьбами грызьбой коры.